Глава Северского района Андрей Дорошевский с рабочим визитом посетил Афипский лицей и проверил ход строительства новой школы для начальных классов. Работы ведутся с отставанием от графика. Сейчас, по словам подрядчика, все осложняют погодные условия. Рабочим необходимо расчистить площадку и конструкции от снега. Подрядчик настаивает на перерасчете сметной стоимости из-за роста цен на строительные материалы. Дополнительных расходов не было бы, если бы работы выполнялись добросовестно, без нарушений графика. На данный момент каменщики кладут стены. Строительство ведется медленно. На работу вышло 5 каменщиков. Остальные не хотят работать в мороз. Я думаю, что если у вас были бы люди там наготове, там правильно, там мороз, хорошо, прошел мороз. Через 2 дня выйдут на работу? Кто будет, выйдут. Сегодня я должен с ними заключить контракт. По плану строительство школы должно завершиться в апреле этого года. А пока глава района Андрей Дорошевский на вопрос к подрядчику, завершатся ли работы к новому учебному году, ответа не получил.